Ну, как бы цель. Мы сейчас поднялись на 55-й этаж, где обзорная площадка, и начинается она с музея денег. Музей денег. И здесь сразу же первый стенд и объяснение, почему, собственно, они все это делают. И пишут, что их цель в презентации вот этой выставки, чтобы объяснить, как деньги и банкинг работают в Гонконге. И банк работает в Гонконге. Банковское дело. Мы также надеемся, что то, что вот они здесь представляют, предложит, то, что они предлагают здесь, поможет как бы промоут это, как это по-русски, продвинуть понимание предмета, ну, то, что они, с чем они сталкиваются в каждодневной работе, чтобы где-то. О боже, как высоко! Очень красиво. Прямо каменный лес, да? Каменный лес в Китае. Полоски, они меняют от такого малинового цвета, фиолетово-красного до зеленого, в зависимости от того, под каким углом ты на монету смотришь. Они показывают основные здания финансовые. Друзья, так вот выглядело в 895 году.